Вам уже лучше? Пейте, пейте, это вон. Не вставайте, я уже вызвал скорую. Откуда у вас это кольцо? Вы знаете, чье оно? Ирина Александровна. Я должна была догадаться. Поверьте, я не знала, что они сделали. Мне его дал один из них. Я пойду. Скоро не нужна. Мне уже лучше. Спасибо вам. И простите. Если сможете. Где больная? Что случилось? Продолжительный обморок более 15 минут. Ой, а я вас, кажется, знаю. Ну, вы же врач, кардиолог. Маш, ну скажи, ну? Танька еще все время его статьи считает. Ну, про сосуды. Вы Игорь Калинин? Ну, точно. Займитесь делом, пожалуйста. Оль, ну ты тоже. Его жене плохо, а ты? Она мне не жена. Я вижу ее первый раз в жизни. Имя, фамилия? Резаева Лейла. Полных лет? 20. В обмороке часто? Иногда бывает. Паспорт, полис? В рюкзаке. Паспорт принесите. Паспорт девушки вашей. Кофточку поднимите. Дышите. Дышите. Иностранка? Девушка, а полис у вас есть? Понятно. Алкоголь? Наркотики принимали? Принимала, принимала. Наркоманка. Отвезите ее в диспансер, там разберутся. Так, собирайтесь. Отвезем в кардиологию, разберутся там. Какая кардиология? Пойдемте. Может быть, она и наркоманка? Только этот обморок связан не с этим, а с сердечным приступом. Посмотрите на цвет ее лица, на то, как она дышит. Вы же сами врач. Сердечный приступ.
что ли? Моя жена делала тебе обследование сердца. Что? Мужчина, вы с ума сошли? Секунду. Моя жена тебе сердце проверяла? Какое это имеет значение? Просто скажи, да или нет. Да. Я ее забираю. Мужчина, вы в своем уме? Спокойно. Леш, закрывай дверь, мы поехали. Стойте! Лейла. Лейла, да? Поехали, я тебя отвезу, Ганна. Я с вами не поеду. Уходите. Так, ну мы едем, нет? Погоди, Леш, у нас тут семейная драма. Послушай меня внимательно. Ты не гражданка России. У тебя нет полиса, и тебе в больнице сделают два укола и отправят в наркодиспансер. Ты этого хочешь? Это правда? Ну а что еще? Поехали. Слушай, сдача будет? Какая сдача? Кризис у нас. Подорожало все. Брат, ну я не рассчитывал так. Последняя, да. Оставь, найду хотя бы. Хочешь бабки? Возвращай товар. Тут тебе не базар, чтобы торговаться. Ладно, ладно. Я ж так, перекантуйся как-нибудь. Ну вот и гуляй. Ой, ну, куда? Да. Ты что? Говорить надо. Видел ее? А что я? Я вообще никого не знаю. Смотри внимательно. Да не видел я ничего, не знаю. Да? Он тут недавно. Вряд ли что знает. Вали! Ну а ты-то видел ее? А че? Деньги украла? Слышь, не твое дело. Хочешь бабло заработать? Спрашивай дальше. Да я-то спрашиваю. Только толку мало. А может, зря стараетесь? Может, ее и в живых нет? Вот и узнай. А я-то че? Мое дело маленькое. Вам надо, вы узнавайте. Тут парнишку недавно порезали, слышал? Ну. Хочешь так же? Нет? Тогда походи по точкам, поспрашивай. Не будет информации, не будет тебя. Яичницу, чай. Откуда это у вас? Я был с утра в реабилитационном центре. Я туда не вернусь. Ты знаешь, что тебе нужна операция на сердце? Я знаю, что у меня врожденный порок сердца. У тебя началось серьезное осложнение – эндокардит. Необходима операция. Но сначала нужно, чтобы ты избавилась от наркотической зависимости. В общем, ты останешься здесь. А я сделаю все необходимое. Зачем вам это? Сделай себе бутерброд. Где мой рюкзак? Вещи, которые в нем были, я кинул в стирку. Сушится на балконе. Спасибо вам, вы очень добры. Мне нужно идти. Откройте дверь. Ты что, буянишь? Откройте дверь! А что тебе нужно? Дома все есть. Откройте дверь! Так, тихо, спокойно! Успокойся. Сначала тебе нужно позавтракать.
Позавтракаешь, я открою. Сахар не положил. Что вы от меня хотите? Скажи, у тебя в семье были у кого-нибудь проблемы с сердцем? Может, у отца? У отца. Чтобы были проблемы с сердцем, нужно его иметь. Может, у матери? Что? Что такое? С твоей мамой? С ней что-то случилось? Моя мама. Она умерла 1,5 месяца назад. Сердце? Острая сердечная недостаточность. По официальной версии. По официальной? Что, есть какая-то другая? Да какое вам дело? Вам же все равно. До меня никому нет дела. И до моей матери тоже. Только Ирина Александровна и Денис хотели помочь просто так. А теперь их нет. Успокойся, пожалуйста. Присядь. Вы меня будете здесь держать, как в тюрьме? Я просто хочу тебе помочь. Мой отец тоже так говорил. Неужели вы не понимаете, что так нельзя? Ира хотела, чтобы я тебя прооперировал. Я должен это сделать. Передумаешь, приходи. Знаете такое? Я не знаю. 100 раз ее видела. А где видела? Ну это, возле дома одного видела. Показать можешь? Я не поняла. А благодарность будет какая-нибудь? Чё ты дергаешься? Я покажу без проблем. Поехали, покажешь. Так, я схожу в аптеку. Тебе надо купить лекарство. Это быстро. С тобой все в порядке? Не уходите. Пожалуйста. Почему? Я боюсь оставаться одна. В чем дело? Это мой отец. Он губернатор Горного Бекабата. Там он контролирует все, в том числе и наркотрафик из Афганистана в Россию. Эфедру он продает. Якобы для производства лекарств, а на самом деле из нее делают таблетки для наркоманов. А это кто? Это Абай. Правая рука моего отца. Мой двоюродный брат и жених. У нас женитьба между двоюродными родственниками – обычное дело. Он меня ищет.
И если найдет, он убьет и меня, и вас. Я так не хочу, чтобы еще кто-то из-за них пострадал. Как ты жила с ними все это время? Я узнала об этом чуть больше месяца назад. Я приехала в Бекабад на каникулы. И моя мама... Идти. А, да. Я сейчас. Я быстро. Если ошиблась, пеняй на себя. Да ничего я не ошиблась. Далеко еще? Дом за поворотом. Ты уверена, что ты здесь ее видела? Да уверена я. В этот дом она заходила. Вы кто? Вон там парня одного подрезали из соседнего дома. Я мимо шла, она тут вся в слезах стояла. Пошли. Чё? Чё? Вали отсюда! А деньги за информацию? Еще раз ее где-нибудь увидишь, сообщишь и получишь в два раза больше. Все в твоих интересах. А Игорь где? Он в магазин пошел. Он скоро вернется. Я его подожду с вашего позволения. А вы давно здесь? Я? Что, не помните? Нет, я... Кажется, я вчера пришла. Пришла. Кажется. Мне было плохо. И ваш сын, он очень хороший человек. Мне нужно собрать вещи. Я помогу вам. Потрясающе. Дрянь. Зоя Леонидовна, подождите. Видеть тебя не могу. Понятно. Зоя Леонидовна, это не то, что вы думаете. У меня дома пациентка Иры. Ира хотела ее вылечить. У нее сейчас ломка. Ты мог бы обратиться в реабилитационный центр. Она туда не вернется. Она доверяла только Ире. Вы что, не понимаете этого? Я понимаю, все это выглядит странно, но это важно. Это важно для Иры, чтобы она вылечилась. Понимаете? Для Иры уже ничего не важно. Иры больше нет.
Да. Привет. Звоню узнать, как ты. Приходишь в себя потихоньку? Да, дружище, я понимаю, тебе тяжело. Но нужно бороться. Я надеюсь, ты принимаешь таблетки? Почему? Ну, ты вправе принимать решение сам, но ты должен помнить о том, что ты несешь ответственность не только за себя, но еще и за людей, которые стоят за тобой и верят в тебя. Я надеюсь, ты примешь правильное решение. Пока. Зачем вы их пьете? Да это не важно. Важно. Вы что, хотите на них подсесть? Чего? Эти таблетки производят специально для наркоманов и распространяют через интернет. Как для наркоманов? Вот так. Пойдемте. Откуда они у вас? Друг дал. Сказал, американские таблетки. Ничего подобного. Их производят здесь, в Москве. А этикетку клеят американскую. Не может быть. Бред какой-то. Не бред. Смотрите. Все легально. Помните, я говорила вам, что эфедру поставляют в Москву? Из нее здесь делают вот такие вот таблетки. Да, я знаю этот препарат. И все, что вам сказали о нем, правда. Как это? То есть легальные наркотики? А чему вы удивляетесь? В голове не укладывается. А куда госнаркоконтроль смотрит? Игорь, вы как вчера родились. Это же абсолютно бесполезно. Они просто не успевают отслеживать. Вы представляете, что все центры реабилитации ведут по каждому названию статистику и передают ее в наркоконтроль. Все. А вы ведете такую статистику? Поверьте, Игорь, сделать ничего нельзя. Всегда можно что-то сделать.
Ну хорошо. Ну, внесут они эти названия в реестр запрещенных препаратов. А вместо этих появятся другие таблетки. Название другое, а состав тот же. И так до бесконечности. А с этим фидролептином дела обстоят еще хуже. В известном смысле я здесь тоже из-за него. Один мой хороший друг умер после принятия большой дозы фидролептина. Я тогда работала в достаточно известном журнале «Нонфикшн». Вы слышали? «Нонфикшн»? Да, кажется, что-то слышал. Угу. Так вот, я публиковала материал о фидролептине, но за неимением доказательств на журнал подали в суд. Журнал понес серьезные убытки, а мне пришлось уйти. К сожалению, очень сложно доказать, что эти таблетки произведены у нас. Игорь, это очень большой. Большой и кровавый бизнес. Спасибо вам большое. А как Лейла себя чувствует? А? Я извиняюсь, Маш, вас там зовут. Я сейчас. Говорят, Игорь, срочно. Как та девушка с эндокардитом? Да, спасибо. Ваши рекомендации очень помогли. Угу. Ей гораздо лучше. Если что, обращайтесь. Спасибо. А кто это? Что? А вы говорили о той восточной девушке, да? Евгений, извините, мне нужно идти. Доктор, вы поймите, родной, близкий человек. Я все понимаю. Все, вся надежда, мы окажем вся всю надежда только на вас. Вы не переживайте. Если... Сейчас мы разберемся. Я... Да. Давайте посмотрим. Что вы делаете? Добрый день. Вы же не против небольшой загородной поездки? Вы меня помните? Я спрашивал про девушку, которая была у вас. К нам часто приходят пациенты на один на два. Многие уходят и не возвращаются. Я вам уже сказала, я не знаю, где она. А я думаю, вы знаете. Знаете, но почему-то не хотите мне рассказать. Отпустите меня, пожалуйста. Что? Я прошу вас, отпустите меня. Я вас не слышу. Я прошу вас, отпустите меня. Девушка, ну, что вы плачете? Я пока вам ничего плохого не сделал. Я пока с вами по-хорошему разговариваю. Я правда ничего не знаю. Послушайте. Ну, мы же можем договориться. Какая сумма вас устроит? Господи, вас обманули. Я правда ничего не знаю. Прошу вас, отпустите меня. Я прошу вас, пожалуйста. Да делай, что хочешь. Не и быть строже не хочу. За окном, то темнеет, то светает, а любовь не туман, не редеет и не тает. Фар, смотри. Все сильнее. Девчонки! Поехали с нами! Хорош орать. Абай, а тебе какая больше нравится? Блондинка или брюнетка? Никакая. Надо бы музон погромче сделать.
быстро! Помогите, пожалуйста! Стоять! Это связь от тебя! Ты чё тут, Хендер? Чё сразу я? Заткнулись во что? О, Игорь, проходи, садись. Ты как? Получше, спасибо. Точно все хорошо? Как нельзя лучше. Ты помнишь, что у нас завтра сделка? Помню. Слушай, Аркаш, а те таблетки, которые ты мне дал? Что, хорошее средство поставили тебе на ноги? Они у тебя откуда? Ой, таблетки как таблетки, а что? Ты в курсе, что из этих таблеток наркоманы варят себе винт? Да ладно. Это что, американцы наших травят, что ли? Хотя ты знаешь, наши наркотики сделают из чего хочешь. Ты в курсе, что сироп от кашля глазные капли? Наплевать мне на сироп от кашля! Ты мне что подсунул? Подожди, стоп. Я здесь при чем? Да при том, есть подозрение, что легально мы производим препараты с допустимым содержанием эфедрина. А подпольно вот такие таблетки. Господи, кто ж тебя надоумил-то, а? Так мы производим такие таблетки или нет? Да, мы производим таблетки на основе эфедрина. Но у нас все законно. У нас доза эфедрина не превышает допустимые нормы. Погоди, погоди. Когда ты мне давал эти таблетки, ты сам сказал, не волнуйся, мы их производим. Игорь, я похож на идиота? Здесь написано «Made in USA». Как я мог такое сказать? Мне эти таблетки дали давным-давно. Я даже не помню, кто. Сказали, хорошее средство от депрессии. Но я ведь точно помню. Как ты сказал? Что ты помнишь? Ты вспомни лучше, в каком ты был состоянии. Ты немцев наших распугал. А операция? Родственник сенатора, м? Ты невменяемый был, Игорь. Я не мог такого сказать. Послушай, вместо того, чтобы сейчас играть в детективов, давай мы с тобой вернемся в реальность. Сегодня вечером у нас ужин с продавцами фабрики. Игорь, очень важный ужин. Я тебя прошу, ну, приведи себя в порядок, соберись и, черт возьми, не опаздывай в конце концов, а? Взял, что она здесь. Если ее здесь нет, то мы ее нигде не найдем. Максим. Лучше выходи! Договоримся по-хорошему!
чтобы тебя. Я чуть ногу не сломал. Давай, давай. Да. Игорь, ну ты где? Я с немцами в ресторане, ждем тебя. Скоро буду. Абай! Мы, короче, тут все облазили. Везде посмотрели. Нет ее нигде. Мы все обыскали. Плохо искали. Она здесь. Мы с Фарой поедем в город. Я рассчитываю на тебя, Максут. Если ты еще здесь, то хана тебе. Я рад, что вам здесь понравилось. Жаль, что господин Калинин опаздывает. У нас просто в Москве очень большие пробки в это время. Пойдем выйдем, надо поговорить. Я прошу прощения, одну минуту. Басхата Касан. На, кля. Ты вообще что себе думаешь, а? Ты вообще как выглядишь? У нас серьезная встреча, там серьезные люди. Ты вообще чем думаешь? Ты охренел? Господа, у вас все в порядке? Да-да, мы сами разберемся. Подонок, мразь! Игорь, что ты творишь? Из-за тебя Ира погибла, сука! Да Иру убили какие-то малолетки! Эти малолетки наркоманы, которым на дозу не хватало. А наркотики делаешь ты! Ты прикрываясь моим именем! Варишь наркоту у меня за спиной! Что ты несешь, Игорь? Я же знаю, что федролептин делают на нашей фабрике! Ты не можешь этого знать. Откуда у тебя такая информация? Оттуда. Провел собственное расследование. Ты что, у тебя есть доказательства? Завтра я иду в госнаркоконтроль. Тебя же посадят вместе со мной! Ты же мой партнер по бизнесу! Ничего. Скостят за чистосердечное.
прошу. Затем остановимся. Я прошу прощения. Но, к сожалению, я вынужден вас оставить. Произошла небольшая накладка. Господин Калинин тоже не сможет присутствовать. Но я думаю, что все наши договоренности остаются в силе. И мы сможем встретиться с вами завтра. Еще раз прошу прощения. Алло, Абай! У нас большие проблемы. Давай-ка срочно встретимся. Я должен. Сегодня очень важный день. Не волнуйся, я быстро. Хватит с него. Это первое и последнее предупреждение. Следующего раза не будет. Ты меня понял? Кстати, хочу зайти к тебе в гости. Ключи. Мы ненадолго. Не волнуйся. Просто кое-что проверим. Простите, пожалуйста. Господи. У вас есть телефон? Что с вами? Да. Конечно. Спасибо. Может, вам скорую? Нет, нет, только телефон. Игорь, ну возьмите трубку. Девушка, телефончик. Простите, спасибо. Вам точно не нужна помощь?